День Победы в 45-м году я, вырванный, свежевырванный с фронта арестованный офицер, встречал на тюрьме, в тюрьме Большая Лубянка. И сквозь тюремные решетки я наблюдал московский салют Победы. Было гордостно, радостно и горько. Горько, потому что я понимал уже тогда, чего стоила нам эта война. Конечно, в истории и война с Наполеоном, и советско-германская война, они высятся заслуженными монументами. И ничьи языки, и ничьи уже изыскания не подорвут их всеисторического значения. Они обе величественны по размаху отступления, потом по размаху наступления. Но наша несравненно трагичнее. За 1100 лет Русь не вела такой кровопролитной, изнурительной войны со столькими жертвами. Война по-разному видится в истории, отдалясь, и для участников и современников. Нынешнему поколению невозможно себе представить, как ни неделями, ни месяцами, 4 года подряд, 4 года армия шла по минным полям, под пулеметным обстрелом, на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы, и удерживала эти плацдармы. Этого представить нельзя. А кто же спас Запад? Кто спас Запад и совершенно гибнущую Англию, если не мы? А сегодня мы слышим на Западе голоса и насмешки, и подсчеты исследования, что уменьшить наш вклад, уменьшить нашу роль, и даже вообще, говорят, без Советского Союза могли бы справиться. Посмотрел бы я, как бы они справились без Советского Союза. Сегодня, к сожалению, многие силы на Западе радуются развалу нашему, препятствуют возобновлению контактов между республиками, расстравляют этот раскол, способствуют тому, чтобы мы послабели, а может быть и дальше бы раскололись, а может быть пришли бы в полный упадок, чтобы не имели, не значили ничего на мировой карте. Есть такие бывшие, бывший Киссинджер, бывший Бжезинский, каждый раз с этим бывшим они выступают с огромным авторитетом в Соединенных Штатах и все время клонят к тому, как подорвать Россию, как сделать ее слабее. Это потому, что они в безумии и в близорукости не представляют, что ждет в 21 веке Европу и Америку. Им еще жарко будет в 21 веке и даже в первой половине его. И им еще понадобится союз с Россией. Но сегодня они близоруко не думают об этом.